Привет! Ну, наконец-то ты зашел, мы тебя здесь уже заждали. И сейчас я тебе расскажу по секрету, что же произошло за это время у нас в политехе. Давай смотреть. Первая новость. Финал 10-го юбилейного сезона нашей политеховской лигушки КВН. Ведущий Александр Волохов, приглашенные гости команды КВН «Волжане» с МГТУ и самые лучшие команды города, области, ну и, конечно, опорного политеха. Смотри. 28 ноября, я сказала 18.00, 30, в районе 6 приходи. А перед тем, как смеяться вечером на КВН, в рамках всероссийской акции «Стоп, ВИЧ и СПИД» пройдет встреча в 12-м корпусе в 400-й аудитории, посвященная профилактике ВИЧ и СПИД, где каждый студент может пройти и анонимно сдать тест на ВИЧ. Я считаю, что нужно сдать каждому. 27 ноября в студенческом городке пройдет конкурс «А ну-ка, девушки». Это типа мисс МГТУ, но на минималках. Понятно? Приходим, смотрим. Особенно те, кто живет в общежитиях, потому что девчонки-то там тоже живут. Помните, в предыдущем выпуске я рассказывала вам про суперский конкурс «Студент года»? Так вот, в нем выиграла наша девчоночка из нашего университета. Заняла в номинации «Интеллект года» первое место и поехала с этим на всероссийский конкурс, где заняла третье место. Перова Диора Фаруховна, наш кандидат. Очень важная новость. 15 ноября были выборы ректора нашего университета. Было всего два кандидата. Дмитрий Евгеньевич Быков и Константин Савельев, проректор по инновационной деятельности. Ну и как вы думаете, кто выиграл? Конечно же, избрали нашего Дмитрия Быкова в ректоры. И теперь он будет править долго, складно и хорошо. В октябре и в ноябре проходили концерты студ-дебюта первокурсников по всем факультетам. И мы с нашей командой телестудии СМГТУ снимали бэкстейджи со всех этих концертов. Если вы пропустили какой-то, то просто переходи к нам на страницу и смотри. Там есть все и очень-очень вкусно и интересно. Ну а победителями стали стемы факультетов ФД, ФИСПОС, СТФ и АФ. Поздравляем, ребята, ну заслуженно. Я очень много хлопаю, но все это заслужено. Желаю, чтобы все были здоровы и чтобы над вами не пела Катя. Смотрите дальше новости. 28 ноября пройдет областной гала-концерт студенческого дебюта, где соберутся самые лучшие первокурсники, студенты и покажут вам класс в своих номерах, вокальных, танцевальных, театральных и так далее. Ну ты точно должен прийти, будет вау. 14 декабря пройдет бал студентов СМГТУ, шикарнейшее событие в спорткомплексе, но там будет все шикарно. Люди, платья, костюмы, образы и, конечно же, мы придем туда снимать, чтобы вы все первыми увидели. Это были все новости нашего политеха. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, у нас отремонтировали столовку в 7-м корпусе, так что заходите, там прикольненько, интересненько и еще вкусно кормят. Я пошла, пока.